Алло, алло, всем привет! Сегодня 9 июля. А я иду, шагаю по Москве. Так, я сейчас камеру разверну. Вы все знаете, как я выгляжу, правильно? Сейчас покажу округ, поговорю. Я который день в Москве? 3-й, 4-й. Уже запуталась в днях. Ну, неважно. А сейчас я для себя составила челлендж. Челлендж называется «Доехать до подруги». Подругу не видела сколько лет. Последний раз видела, когда мы приезжали, Виктории было 5 месяцев. Виктории сейчас 19. Да, 19 лет не видела подругу. Она живет в Москве. Вот, еду к ней с подарочками. Нет, я понимаю, что можно взять такси. Но я же не ищу легких путей, правильно? Мне вот интересно на метро, мне интересно на автобусе. Людей посмотреть, себя показать. А на такси, на машине я уже наездилась в Америке. Здесь я хочу на общественном транспорте. Так что мне все расписали, когда ехать пошагово. Посмотрим, доеду я, не доеду. Ну куда я денусь? Доеду. Язык до Киева доведет или до куда-то. Это, видимо, мусорка. Да. Так что идем на остановку. Буду включать, буду делать клипы. Потом соединю. Не люблю это дело, но сделаю ради вас. Да не ради вас. Какая-то память, чтобы была у меня. Надеюсь, подруга разрешит немножко заснять ее. Но если нет, нет, я понимаю. Ничего страшного. Значит, просто покажу дорогу и подарочки. Вот здесь кроссворды я уже видела. Я уже куплю много, очень много кроссвордов, сканвордов. И будем с вами решать, когда я приеду обратно. Будем сидеть в машине. Где они? Они там есть. Они там есть. Они вон. Они там за витриной. Их очень много. Окей. Мы идем на остановку. Вот она, наша остановка. Видели мои белые сандали? Не эти, а белые, да? Я думала, натуральная кожа, натирать не буду. Ага, я вчера, когда позавчера ходила, здесь мазок. Там мазок. Теперь одела эти. Надеюсь, эти натирать не буду. Знаю. Завтра иду на педикюр, на маникюр. Хочу, знаете, такой оранжевый цвет. И педикюр, и маникюр оранжевого цвета. А, вот здесь Сбербанк. Хотела открыть карту, чтобы вы мне донаты присылали. Но, так как я свой паспорт просрочен, новый паспорт я иду только сегодня делать. Не знаю, когда он будет готов. Пока еще не буду делать карту. Как карту сделает, как паспорт. Как паспорт сделает. Вот видите, доставка. Доставка. Как сделают мне паспорт, так сразу пойду сделаю себе карту. Вот эта остановочка. Здесь самокаты. Я бы не сказала, что прям так сильно жарко. Хотя у меня сестра всплянется. О, так жарко, так жарко. Я не знаю. Мне как-то не жарко. Я даже вот без очков солнечных. Это что, скорая помощь едет? Да, скорая помощь. Без звука едет. А вот и наш автобусик. 97-й. М-97. Что-то я больно вам подробно снимаю. У меня же в телефоне места не хватит.
если я так подробно каждый шаг свой буду снимать. Во время поездки держитесь. Здесь вот такая система оплаты. Для безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Доехали до метро Пражская. Вот на этом автобусе. Вот женщины очень много в юбочках, в платьишках. Что мне очень нравится даже. Ё-моё, иду, и эти тоже натирают. Еще мозоль. Блин. Не мозоль. Понимаю. Сколько много курьеров. Нет. По крайней мере, не скажу за всю Америку, окей? А мне сюда или на другую сторону? Окей. Сюда, сюда. Перекресток семи дорог. А вот и я. Куда нам? Все туда идет. А, метро Пражская. Вижу, 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 нашла. Это, знаете, челлендж. Доедь до подруги и натери себе мозоль. Вот так и назову видео. Челлендж. Доедь до подруги и натери себе мозоль. Вот, метро Пражская. Вот кто это покупает? Это вот сейчас кто-нибудь покупает, нет? Мне кажется, никто это не покупает в этот офигню. Нам сюда. Метро заходим. Это вот там для моих американцев. Сьюзи Марк будет очень интересно. Мне племянница дала вот такую карту. Тройка. Сейчас мы тоже пройдем через вот этот турникет. Нету, да? Надо пешком, да, идти? Окей. Ехать мне всего одну остановку до улицы Академика Янгеля. Метро. Пражская написано. Время сколько? 11 часов дня. Осторожно, двери открываются. Схема метро. Попробуй разберись. Время 11:34. Держимся левой стороны. Мне сказали, смотри.
смотреть вывеску Сомбреро, торговый центр. Вот такое ветрище. Ага, вот здесь направо, здесь налево. Вижу ТЦ Сомбреро. Куда? Туда или туда? Окей. Подождите, не поняла, Сомбреро где был? Вот, вот туда, да, Сомбреро? Вот туда, да? Окей. Правильным путем идем, товарищи. Я вижу, вон написано, торговый центр Сомбреро. Блин, я иду медленно. Все-таки натерла я себе, натерла. Надо будет у подруги спросить. Бандейд налепить туда. Лейкопластырь какой-нибудь. Так. Где тут остановка? А, вот, вон там остановка, вижу. Какая я глазастая. Я записываю каждый свой шаг. Ладно, будет что вспомнить. Буду пересматривать, когда буду в Айдахо. Зимними и холодными вечерами. Как я гуляла по улицам Москвы. На самом деле, кто вот свои старые фотографии, видео пересматривает? Ну, фотографии еще ладно, но видео, вот, которые в телефоне хранятся, кто их пересматривает? Никто. Так, неправильно я пришла, неправильная остановка. Ага, ладно, я догадалась, я вытащила бумажечку и прочитала внимательно. Оказывается, выходя из метро, надо было идти направо, а я пошла налево. Во. Так что, там бабулечка стояла, и я ей показала свой этот... ну, что там написано было в инструкции. Она сказала, вон туда нам надо идти. Ну, хорошо, что я не туда не села, еще ни на какой автобус не поехала. Язык есть, язык до Киева доведет. Что все, идем на правильную остановку. Блин, удобно, конечно, медленно иду, но иду. Вот эта остановка точно. Вот так можно, да, или нельзя? Что-то дорога протоптана, не зря же она протоптана, значит, пойдем. Переработка, стекло, пластик, голуби едят, хлеб накидали. Ну, автобус не важен, я не побегу. Приедет следующий, другой. Это, знаете, видео из серии «Дорога, просто дорога». Сама не еду, ну как бы еду. Но не за рулем еду. Ой, автобус. 99. Так, села не на тот автобус. Он едет без остановок. Докуда? Вылезти отсюда. Сесть на другой автобус. Вот же написано 99, а у меня И-99 экспресс. Е-буква. А надо было просто на 99. Вот. Не выходить? Окей, выходим. Окей, ага, спасибо. Давила панику. Нет, все нормально. Едем дальше. Я спросила у водителя. Мы едем далеко. Так, вот мужчина мне сказал, что доведет до правильного дома. Так что идем. Бутово парк.
Так, мне кажется, обратно. Я поеду за такси. Я уже иду, как раненый. Тут вообще, вот здесь вообще сильно терла. И с этой стороны теперь еще терет. Не привыкшая я ходить пешком. Все за рулем, все за рулем. Какие красивые цветочки. Лилии, розочки, ромашки. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Да прям прохладно. Вот где-то здесь живет она. Потому что она мне присылала видео вот этого здания. Это школа или детский сад. Что-то такое, короче. Детский сад, по-моему. Ладно, будем искать. Березки. Березочки. Машин дофига.